канале ТКВКТВ. И сегодня я снимаю, мне кажется, всеми любимую рубрику, которая называется «Мама, купи мне пони». И что ж, перед началом этого видео, ребята, я вам хочу сказать небольшую информацию, но она как бы очень важная. Ребята, вы все помните, что раньше, так скажем, в моих сериалах про пони, просто «Мать, купи мне пони» или «Мама, купи мне пони», ну, вы поняли меня, была главным персонажем Рарити, но сейчас у меня, как бы, такие другие вкусы, и я решила, что теперь у меня все будет по-другому, то есть другая история и немножко все по-другому. Раньше вы знали Рарити, которая жила со своей мамой и с ее сестренкой во дворце, но сейчас будет немножко по-другому. К Рарити я, наверное, тоже буду возвращаться иногда, но теперь главный персонаж это Ромашка. Я ее так сама, если что, назвала. Ромашка и ее мама Луна. Я просто обожаю Луну. Это мой самый любимый персонаж. Поэтому решила сделать Луну маму. И они двое живут. То есть у них папа ушел, как бы. И они двое живут в квартирке, как обычные люди. Ну, и у них все хорошо. И сейчас давайте уже начинать. Ну, а перед просмотром этого видео не забудьте поставить лайк. И подписаться на наш канал. И колокольчик нажать. Ну что, поехали. Ой, пора вставать. Ой, какое хорошее и доброе утро. Как мне хорошо живется. Ну, как сказать, что мне очень хорошо? Ну, нормально. Мы с мамой вдвоем живем. Только я хотела бы, чтобы мне мама как-нибудь купила пони. Я, конечно, ее не заставляю, чтобы она мне покупала пони, но просто у меня было день рождения, и мама мне ничего не подарила, так как у мамы мало денег, она зарабатывать мало стала. Но ничего, у меня есть моя любимая пони. Она уже, конечно, старая, так как мне ее уже давно подарили очень. Но она моя самая любимая. И поэтому мне как бы все равно. Я даже не обидела, что мама мне ничего не подарила. Зато она мне подарила очень-очень красивую юбочку. Я этому очень рада. Да, ну, мама сама сказала, что когда будут деньги, то она мне обязательно купит пони. Но я думаю, она мне не купит ту пони, которую я хочу. Ладно, пойду причешусь и поиграю с моей пони. Так, все. Я причесалась, теперь я выгляжу красиво. Так, поняшечка, пойдем, я с тобой поиграю. Так, совсем немного осталось, и я доделаю платье. Ой, для гостя, очень важный гость для принцессы. О, за это платье она мне даст так много. Да, жалко, что я не могу моей доченьке купить пони. Совсем не хватает денег. Но думаю, на деньги, которые даст эта дорогая... Это богатая пони, я смогу купить ей подарок. А то ей у нее день рождения было уже где-то, не знаю, месяц назад, наверное. Надо посмотреть, какое число. А я все так же ей не купила подарок. Юбку-то я и шила, а вот пони не купила. Ну ладно, посмотрим. Может быть, я ей куплю. О, это богатая женщина уже купила это платье. Это хорошо, так как теперь я могу купить моей дочке пони, так как я посмотрела, и у меня хватает денег. Так, теперь надо бы мне ей это сказать. Только как-нибудь бы ей это... Как бы это ей сказать? О, есть идея. Ля-л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 я. А? Кто это? Ой, доченька, прости, я тебя не напугала. А, нет, мама, конечно же, нет. Да, прости, пожалуйста, я просто не знала, что ты как бы играешь, прости. Да ничего, ничего, я просто тут с моей любимой пони играю.
Да, спой, это хорошо, дача, молодец. Доченька, не хотела бы ты со мной сходить в магазин за тканью? Просто еще много заказов, а ткани мало, и я решила подкупить ткань, как бы. Ты же знаешь, нам надо зарабатывать деньги и все такое, точнее мне. А, ну да, мамочка, конечно. А зато погуляем. Да, погуляем, да. Тогда собирайся и пойдем, я тебя буду ждать уже у выхода. Все, я пошла. Хорошо, мамочка. Это же шанс попросить у мамы пони. Ух ты, а вдруг она мне купит? Так, надо собраться. Так, все, я одела свою любимую эту, как я забыла, заколочку. Все, я пошла. Мамочка, куда это мы пришли? Это Пони Мир, вообще-то. Это Пони Мир, но ты же хотела купить ткань в твоем любимом швейном магазине. Ну, планы изменились, и, доченька, я тебе на день рождения, ты помнишь, не подарила пони? Ну да, я не расстраиваюсь. И я решила прямо сейчас тебе купить пони. Правда? Ух ты! Ой, спасибо, мама. Доченька, беги, выбирай себе пони, а я пока что пойду поговорю с продавцом, там все такое. Да, спасибо. Я побежала. Ой, привет, Жанна. О, привет, Луна, привет. Ну что, как вам моя новая коллекция моих прекрасных, самых-самых прекрасных юбок? Ой, да они просто шикарные. Почаще привози их. Они просто, мне кажется, как пирожки разлетаются. Ну, я это знала. Как тут много пони! Ну, по крайней мере, я такое количество не видела. А, это ж так много их! Ух ты! У меня аж глаза разбегаются, какую взять. Так, ну, я как бы любую бы взяла, но я не знаю, какая мне больше нравится. Так, да? О, у нее тоже, кстати, цветочки нарисован. Ну, не знаю, нет, так, не тут, ой, не хочу. Ой, не знаю, ой, я путаюсь. Так, о, а это кто такая с крокодильчиком, с питомцем? А, это Мот, помню. А что, возьму ее? Она, наверное, недорого стоит, наверное. Ну, попрошу у мамы ее, я думаю, она мне купит ее. Да, прикольная история, ага. Мам. А? О, доченька, да, чего? Мам, я выбрала себе пони. Так, ну что ж, давай тогда идем на кассу. Так, давайте я пробьем ее. А сколько она стоит? Ой, я не знаю, посмотри. А там ценник должен быть на ней. А, хорошо. Ой, доченька, прости, но я, наверное, не смогу тебе ее купить. Она как бы такая дорогая, я бы сказала. Ну хорошо, тогда я пойду другую возьму. Стой, ромашка, стой. А, что? Я, конечно, знаю, что мне это нельзя делать, вы только никому не говорите. Я вам сделала скидку 50%, хорошо? Ой, то не надо, Жанна. Нет, это я сделаю ради, как бы, так скажем, уважения. Причем ты правда привозишь очень хорошую коллекцию, поэтому давайте быстренько идите, пока мое начальство это не увидело. Ой, спасибо. Так, давайте. Сдвиг. Так, ага, все. Так, с вас. Так, с вас 500 рублей. Так, вот, все. Так, ага, все. Так, давай, спасибо за покупку. Приходите к нам еще, приходи. Луна и Ромашка, приходите. Ой, спасибо, Жанна, большое. Вот, ой, да не за что, не за что. Ладно, давай, пока. Пойдем, доченька. Ура, мама, спасибо. Ух ты, мамочка, большое тебе спасибо. Ну, пожалуйста, доченька, ну, мне же надо было тебе купить подарок. Ну, спасибо, мам, спасибо большое, спасибо. Ой. Доченька, кстати, я тут, ну, как бы, так скажем, поднакопила денег и решила кое-что еще тебе, так скажем. Ну, это не то, что подарок, а как бы
думаю подарить. Что же, ну, я думаю, тебе помогут подписчики. Подписчики? Что? Пусть они напишут в комментариях, как они думают, что я хочу тебе подарить. И вправду. Мои дорогие подписчики, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, что хочет подарить мне мама. Но мне кажется, какой-нибудь еще пони, но я не знаю. А как вы думаете вы? Напишите в комментариях. И я не знаю, давайте 300. Ой, ты что, подписчики столько не наберут? Ну, ты что, доченька? А вот и наберут. Подписчики, давайте докажем, что мы можем это сделать и легко. Мы все очень дружные. Поэтому давайте наберем 300 лайков. И тогда посмотрим, что говорила мама. 300 лайков. Хорошо? И тогда выйдет следующее интересное, обещаю. Очень видео будет, мы узнаем, что же мне хочет подарить мама. Ну ладно, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока! Пока-пока! Жми на follow.